Приветствую вас, друзья! Украина получила от США первые 12 зенитно-ракетных комплексов «Эвенджер», о поставке которых стало известно 20 января этого года. Комплексы изначально прибыли в один из морских портов Германии. Затем наши воины прошли обучение по их использованию в Германии. И недавно «Эвенджер» заступили на боевое дежурство на территории Украины. «Эвенджер», он же «Мститель», был разработан американской компанией Boeing Aerospace Company совместно с General Electric и принят на вооружение в 1988 году. Он размещается на базе автомобиля повышенной проходимости Humvee и предназначен для уничтожения низколетящих самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет на расстоянии до 5,5 километров и на высоте до 4 километров. Из вооружения «Эвенджер» оснащен двумя пусковыми установками на 8 ракет «Стингер» и 12,7-миллиметровым зенитным пулеметом М2 «Браунинг» с боекомплектом 2000 патронов. В дополнение к 8 ракетам, находящимся в боевом положении, имеется 8 ракет «Стингер» в запасе. На перезарядку требуется менее 4 минут. ЗРК «Эвенджер» способен выполнять боевые задачи в любое время суток и при любой погоде. Цели обнаруживаются при помощи встроенной РЛС, тепловизора и оптического прицела. В центре вращающейся платформы находится кабина оператора, которая оснащена прозрачным экраном для наблюдения за воздушной обстановкой. На этот экран проецируется маркер точки прицеливания. Положение маркера соответствует направлению поворота головки самонаведения ракеты, а его вид информирует оператора о захвате цели, выбранной для обстрела головкой самонаведения. Система способна автоматически сопровождать цель, определяя расстояние до цели, и производить обстрел в движении со скоростью до 35 км в час. Для обеспечения безопасности расчета комплекс оборудован выносным пультом управления с радиусом действия до 50 метров. ЗРК «Эвенджер» стоит на вооружении США, Египта, Саудовской Аравии, Тайваня, Чили, Литвы и Украины. Эти зенитно-ракетные комплексы уже несут боевое дежурство возле границы с Белоруссией, а усиление противовоздушной обороны Украины продолжает наращиваться. «Эвенджер» считается наиболее эффективным и экономически выгодным оружием против иранских мопедов, которые Россия применяет против Украины в последнее время гораздо чаще, чем крылатые ракеты. И тратить на сбитие «Шахеда» дорогостоящую ракету, например, от «Айрис-Т», нецелесообразно. Поэтому «Эвенджер» смогут уничтожать российские дроны с минимальными тратами, особенно учитывая тот факт, что «Стингеров» у нас на вооружении находится достаточно много.